Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Ve Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda da bundan sonra elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Geçenlerde bir yine açıklamamda Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Yani bu önemli bir hassas bir cümledir, bilerek söyledim. Yani bugüne kadar siyasi çözümü de denedik. Her türlü çözüme katkı sağladık. Ama Ermenistan maalesef bırakın siyasi çözümü, Tovuz'a yaptığı saldırıyla da kargaşayı isteyen, yine çatışmayı isteyen taraf olmuştur. Biz de Azerbaycan'ı bu anlamda yalnız bırakamayız. Ve bundan sonra da tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Toprak bütünlüğünün korunması konusunda her türlü desteği vereceğiz. Между Арменией и Азербайджаном уже третьи или четвертые сутки идет кровавый вооруженный конфликт, и об этом молчат как и московская сторона, так и казахстанские власти об этом молчат. И это, конечно же, очень плохой знак. Ну, казахстанские власти понятно, почему молчат, потому что теперь мы думаем, что делать нам с договорами ОДКБ. Армянская сторона теперь будет трясти этими договорами, кричать во все горло, что казахи, россияне, белорусы, кыргызы должны защищать их от азербайджанской военной агрессии. Я не уверен, что казахстанский народ поддержит это решение, особенно казахи. Да и русские тоже, я думаю, не проявят особое желание умирать где-то в горах Кавказа. В общем, весь казахстанский народ подымется против этого. Поэтому я думаю, что разговор до этого, конечно же, не дойдет. В общем, договор ОДКБ на самом деле он не действует. Ни мы армян защищать ни от кого не будем. Ни нас Казахстан, ни Россия, ни Армения ни от кого защищать не будет. В том числе и от Китая тоже, конечно же. О чем они так любят нам все время говорить. Интересно другое, что Турция заявление сделала прямое, что поддержит в военном плане азербайджанскую сторону. И я бы не стал бы тут радоваться, как многие ура-патриоты казахские, говоря о том, что это тюркский мир объединяется, что вот Турция защищает нас, тюрков. Тут есть другой момент, чисто экономический, чисто, может быть, политический. Конфликт происходит не в Карабахе, конфликт происходит на другом участке армяно-азербайджанского границы. Это Тавузский район Азербайджана, и в этом районе проходят две главные экономические артерии. Это нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, то есть каспийская нефть идет в Турцию, нефть и газ. И железная дорога новая тоже из Азербайджана через Грузию в сторону Турции. Тоже находится в этом Тавузском районе. Вот буквально там в нескольких десятках километров от этих двух важных экономических объектов рвутся снаряды, там стреляют, крупнокалиберная артиллерия работает, скоро и авиация, наверное, подключат. И есть большая вероятность, что эти два оба объекта окажутся разрушенными. И нефтепровод, и железная дорога. Это прямой экономический удар по интересам Казахстана, потому что казахи вложили миллиарды долларов в развитие прикаспийских портов. Эти прикаспийские порты работают не только на иранскую сторону, но они работают и на турецкую сторону, то есть отгружают товары в Азербайджан, которые идут через территорию Азербайджана и Грузии в сторону Турции. И этот вооруженный конфликт грозит казахам многомиллионными убытками. То есть это, по сути, война и против казахов. Китайцы в данном случае молчат, китайские поезда тоже идут по этому маршруту, но у китайцев есть альтернатива, они могут пустить поезда и через Россию, и через Иран, поэтому они пока просто наблюдают со стороны. Я не знаю, кто является зачинщиком в данном новом вооруженном конфликте, а я настаиваю, что этот вооруженный конфликт, который продолжается и сейчас в Тавузском районе Азербайджана, он является новым, потому что это не Карабах. Обычно стреляют в Карабахе, а тут вот новый участок границы, на котором никогда раньше кровь не проливалась. Я, конечно, больше склоняюсь к кремлевской версии.
и кремлевское молчание по этому поводу как бы подыгрывает в сторону этой версии, добавляет плюсов. Это и удар по турецким интересам, в данном случае это чисто турецкий интерес, качать из Каспия нефть и газ и получать китайские товары через Казахстан и Азербайджан. Какие выводы для казахов из этой ситуации? Вывод только один. Слава Богу, успели построить, вот, Назарбаев успел построить новый железнодорожный путь. Это все-таки инициатива Назарбаева. Протянуть новый шелковый путь через Кавказ. Он сумел договориться и с турками, и с грузинами, и с азербайджанцами. Вот если бы не было этой дороги железнодорожной, через которую Турция может снабжать страны Центральной Азии стратегически важными товарами, если бы не было бы этого нефтепровода, газопровода, то Турция, я стопроцентно уверен, сегодня бы не заявляла бы о военной поддержке Азербайджана со своей стороны. Она готова предоставить Азербайджану все военные технологии. То же самое касается и Казахстана. То есть казахам нужно скорее строить и 55 новых китайских заводов, уже в тысячный раз это повторяю, и 55 новых других заводов, кто бы ни пришел строить их к нам, немцы, французы, американцы. Если придут, то слава Богу. Как видим, только вот наличие больших экономических проектов на территории страны позволяет рассчитывать на военную поддержку других стран, если, не дай Бог, у нас случится конфликт с нашим соседом северным. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.